Всем привет, с вами Sisters Life. Дорогие девчонки, ну вот и наступил наш замечательный праздник, 8 марта. А это значит, что пришло время побаловать нас любимых. Поэтому в сегодняшнем видео мы будем дарить друг другу подарки. И у каждой из нас будет в целом по 8 подарков. Очень символично. Да, все логично получается. 8 марта, 8 подарков. Я так понимаю, Насте очень нравится такого рода видео, потому что она постоянно разводит меня на подарки. То с Алиэкспресс, то просто так. Теперь она мне задала задачу купить к 8 марта 8 подарков для нее. Я вам скажу, это было не особо просто, но все-таки я надеюсь, что мы справились. И я приглашаю вас посмотреть вместе с нами, что же у нас в итоге вышло. Настало время получить первый подарок. Ты будешь начинать, давай, да? Давай одновременно. Давай, хорошо. Итак, наверное, начну с чего-то такого простенького. Честно говоря, я упаковала все подарки в бумагу, поэтому... Я тоже, смотри. Ну, начну с такого. Честно говоря, на этот подарок у меня не совсем хватило фантазии, поэтому он такой достаточно заурядный. А у меня нужный. Я не знаю... Нормально ли то, что с этого подарка начнется наш обмен и начнется, можно сказать, наше видео? Очень такой странный, конечно, выбор у меня. Ну, пусть будет именно так. То, что в хозяйстве всегда пригодится. Так, ну, держи. С 8 марта, спасибо, дорогая сестра. И что, рвать? Да, жалко, конечно, упаковано так. Но будем рвать. Конечно, в этом самый сок. Так. Такая красивая бумага. Да. Достал. Я не знаю, можно ли показывать это на камеру. Первое, это вот такие красивые носочки. Я очень люблю носки такого типа, когда есть рюшки. Ну, а второе, это белье. Поэтому я наверное. Ну, белье от Victoria's Secret. Ага, у меня здесь целая коробка сладостей, да, правильно? Да. Так, здесь у нас всякие вафельки. M&M's. Лайон, о, здесь даже есть много вот таких мишек. И самое главное, огромный медведь, праздничный, на котором написано с 8 марта. Круто, мне так понравился такой да, милый. Да, такой миленький. Честно говоря, хотела оставить это себе. Да? Ну, так, ну у меня оригинально, но сейчас. Праздником. Поздравляю. И так еще 8 раз. Так, у меня сумка в этот раз. Как раз с цветами. Ух ты! Это же мочалка в виде... Мороженое! Мороженое, класс! А у меня травянчик. Я не знаю, возможно, вы никогда не слышали о таком. Но это такой человечек. Он сделан, не знаю из чего, из какого-то сена, наверное. Ну да. Или там опилки, наверное. Опилки. У него вот здесь, вот на голове, есть семена, которые нужно поливать. И у него потом вырастает такая шевелюра. Я всегда хотела. Идеальный вариант смотришь, что шевелюра. А если у тебя ничего не вырастет, будет такой лысенький. Лысенький травянчик такой. Очень милый. Вы с ним похожи. Давай. Вот так. Следующий у меня будет пакетик. До этого были коробочки, а теперь будет пакетик. А у меня наоборот, коробочка. Она была запакована, но возникли некоторые проблемы, и эту упаковку порвали. Все, что осталось от упаковки, это обычная серая картонная коробка. Мне кажется, вот это хорошо сочетается с тем, что внутри. Вот такой вот у нас объединенный у нас. У меня будет объединенный подарок. Лайон бывает розовый, я первый раз слышу. Круто. И тут еще вафелине Милка. Начало мне нравится. Ой, я думала, ой, здесь снова еда. Класс, это Миллениум. Слушай, ну мы удивили друг друга необычными сладостями. Так, не просроченную хоть. Так, Миллениум. Молочный шоколад с ягодками. Так, а здесь, ой, как вкусно пахнет. Это что? Вау, это очень вкусно. Вы не представляете, ребят, это вообще потрясающе. Я просто, когда ее купила, я все ходила и нюхала. А посмотрите, как она сочетается. Вообще. Я специально как будто положила. Целый набор. Я буду зажигать свечу и при этом есть шоколадку. Не знаю, зачем я ее понюхала, но... Что-то фиолетовенькое. Но, честно, пока что не знаю, что это. Так. Но есть предположение? Нет, честно говоря, даже не могу
даже ну не читай. А, кап! Ну, я же говорю, не читай. Но не зря же я сказала, что сладости будут хорошо сочетаться именно с этим. Так. Ой, красивая бумага такая. Посмотрите, какая милая, с единорогом. Вот это супер, он еще и такой объемный. Класс, спасибо. Я обожаю единорогов. Как раз все получилось. Да, поэтому буду пить чаек из этой чашки с этими сладостями. Спасибо. Ой, маленькие подарки одновременно. Да. Все, я не хочу, он слишком маленький. Так, у меня, видишь, такой прям немножко в голубом оттенке. Да. А мне да. Здесь тоже я объединяла подарки по тематике, поэтому... В одном подарке иногда будет по несколько маленьких подарков. На твой подарок я становлюсь в очередь. Да? Да. Так, ладно, держи. Но здесь обязательно надо распечатать кое-что и открыть. Ага. Ну, поехали. Понеслась. О, класс. Это тушь моя любимая. Моя любимая кабаре. То есть ты поняла, что это подарок косметический. А это Патрисия Ледо. Это какая-то помада. Да, ее надо открыть. Она, наверное, какая-то необычная, раз ты так говоришь. Может, она в черная. Или в сердечке. Ага! У меня книга, класс, Трумана Капоте «Завтрак у Тиффани». Я когда-то читала эту книгу, но в электронном виде. Да, но я уже плохо помню. Да, я помню, что Труман Капоте написал «Завтрак у Тиффани». Класс, ну я у тебя здорово, класс. Ну это такое, что пригодится. Боже, я сейчас вам покажу ее вблизи, она блестит на свету. Невероятно. Интересно, она на губах тоже будет блестеть? Вроде бы да. Сейчас много где выпустили такую помаду. Да, сейчас модно, чтобы блестело все. А я такое люблю. Следующий подарок у меня побольше. Но он такой тоже более хозяйственный. У меня... ленивый. У меня просто закончилась оберточная бумага, поэтому у меня просто в пакетике. Но опять же, здесь по тематике объединено. Объединено. Вот слово такое. Спасибо. Как интересно, ты ручки завязываешь, типа делаешь как будто бантик. Я просто боялась, что ты зайдешь и будешь рассматривать подарок. Так. Ручка прям. Да. Это класс, это форма для запекания, да? Да. Розовая. Это, знаете кто? Это слайм. Класс. Это супер. Антистресс. Так, у меня еще здесь что-то есть. И у меня. Так, это измерительные стаканчики. Класс. Смотрите, что это? Это travel book? Что это такое? Это значит, ты едешь куда-то. Ага. Тут, по-моему, на 7 поездок рассчитана эта книжечка. Маловато. Но... Тут места есть для билетиков, для фотографий, для каких-то заметок. Классно. А я, кстати, такое делаю в обычном ежедневнике в своем, поэтому да, я знаю. Очень люблю. Всегда сохраняю разные билеты. И у меня еще что-то здесь. Да. О, follow your flower. Класс. Это смотрите, просто тетрадь такая. Она блестит. Супер. И все такое с цветами. Ну, давай маленькими, наверное. Ну, давай. Как раз мы берем с тобой практически... Ой, я чуть упал. Так. Даже не знаю, как описать. Просто открою. Я описываю, что это, конечно, уже такая тема была. Одна из. Ты уже что-то типа такого открывала, но это еще немножко другое. Да. Я сразу вижу Made in China, да. Блин, выдают китайцы. Так, у меня... Ух ты, это органайзер. У меня органайзер для той косметики, которая... Вы бы просто видели, как организована ее косметика, вот так вот. Неправда, у меня просто ее очень много. Но это нужно, это нужно. Ну что это такое, 6 помад сюда только, да? Знаешь, которые каждый день ты пользуешься. Куда одевать остальные 54 мои? Класс, первое, это у меня мист. Ну это тоник, просто сделан в виде спрея. Тоник с органовым маслом. Это, кстати, новая коллекция. Это новая серия Garnier Bio, там где 95% натуральных... составляющих. Ой, класс! Это новая повязка, которая помогает убирать волосы, когда умываешься. Или масочки класс. Делаешь. Такая милая, с жемчужинками. И любимый мой цвет. Один из. И маска. Как раз буду делать эту маску с этой повязкой. Да, вот молодец, ты определила. Супер.
Так, ну что, тут уже побольше, потяжелее. А у меня наоборот, легкий бег. Очень красивый. Мне достаточно было вот такого подарочного пакета. Мне уже нравится. Я на будущее буду знать. Вау, это же пауэрбэнк. Да. Спасибо, ура. Я думала, ты мне его не подаришь никогда. Да. Я заказываю уже год практически. Ну я чтобы насладилась, когда его класс, получила. Класс, класс. Вообще. Очень классный. Классивый цвет. Да. Ой, я до сих пор открываю. Здорово, Настя, ну это очень нужно, спасибо. И он причем на 6000 миллиампер, или чем он там? Я все равно не понимаю. Тебе должно хватить на точно мне хватит? Да. Давай. Прошло еще 2 часа, и я наконец-то распаковала подарок. Переверни только. Оп. Оу, столько всего, и это все для волос, круто. Да. Так, ну здесь. Это заклеено, чтобы не... Это, получается, кондиционер и шампунь. Это вот фирма такой. OGX, ты хотела попробовать. Да, я всегда хотела попробовать, и это коллекция, которая... С кератином. Ой, с креативом. С кератином. А я думала, с кретином, ты сказала. С кератином, да, бразильским, по-моему. И масло для волос. Супер, это очень нужно, так что буду пробовать. Почему ты так долго подбираешь эти подарки, выбираешь, не можешь определиться, и потом за 10 минут так быстро ты ими обмениваешься? Да. Это вообще несправедливо. У меня на самом деле немножко обманка, коробка просто огромная. А, да? А сам подарок поменьше. Там не пицца? К сожалению, нет. А, ну. Так, держи. Вот это твой подарок я хочу. Хочу, что хочешь? Забрать. Так. Ой. Громко подпрыгнули. А, приятное чувство. Надо, чтобы летели, знаешь, кусочки. Хаос. А, волосы влипло. Ух ты! Здесь старинка с зайчиком. Это прям на Пасху ты меня уже подготовила. Да. Ну, он просто такой милый, я класс. Такая большая коробка и такая маленькая тарелочка. Что за несправедливость? Так, а у меня? Сейчас я открыла наконец-то. О, здесь очень много всего. Да, потому что это вандербокс тебе, который я даже не видела, как внутри будет выглядеть. Что же там, что же там? Это праздничный, кстати, 8-мартовский. О. Красиво, не хочется порвать. А оно все равно всегда рвется. А, да, все равно рвется. Вандербокс – это был мой первый коробочный сервис, который я заказала. Так, здесь не буду открывать, чтобы не смотреть заранее. Вау, тут даже лепесточки. Очень красиво. Так, первое – это у нас вот такое масло. Это, наверное, для роста ресниц и бровей. Очень классное. Так. Миниатюрка, это маска, видимо, увлажняющая. Для лица. Для лица масочка вот такая. Еще одна миниатюрка, это легкий крем, увлажняющий. И тут есть также SPF 20. Я думаю, на лето будет отлично. Что-то еще маленькое у нас. Это маленький лосьон для тела с кокосом. Очень огромный. Зато классно брать с собой в путешествие. Так, вот такие две миниатюрки. Это кондиционер и шампунь. Тоже круто для поездок. Так, это у нас очищение кожи. И тут есть pH-баланс какой-то. То есть он, наверное, хорошо очищает и при этом не пересушивает кожу. Это pH нашей кожи. 5,5. Да. Ой, что, как шоколадочка маленькая. Это у нас бронзер. Смотрите, какой. От The Balm. Видно, что он очень такой пигментированный и малюсенький. Так, вот это что-то интересное, как таблеточки. Это лечение для волос. Угу. Это какое-то лечение с маслом жожоба. Выглядит очень красиво. Так, вау, еще одна маленькая шоколадочка. Да? Ух ты. Это у нас... Посмотрим. Вау, это наверное, хайлайтер. Хайлайтер или бронзер такой, даже не знаю. Красиво. Так, давайте посмотрим спрей. Это термальная водичка, морщинська. Ее можно пить, наверное, если очень жарко.
Что тут у нас в маленькой красивой? Это, наверное, духи. Выглядит очень симпатично. Так. О, какая миниатюрка духов. Я думаю, они какие-то цветочные. Такая красивая бутылочка. Так, ей остается совсем немножко. О, это мистер Скраббер. Я, кстати, ничего не пробовала еще от них. Это антицеллюлитный кофейный скраб. Спасибо. И еще одна антицеллюлитная масочка для тела. Класс, устрою себе спа-день. И еще какая-то скидочка на Makeup.ua. И лепесточки. Вы бы видели, сколько здесь всего вокруг. Мусора. Мы очень активно просто открывали подарки. Это да. И, к сожалению, не закончились. Сразу видно, что 8 марта удался. Да. Мне кажется, что, по-моему, подарки никого не разочаровали. Да, я наоборот, очень удивили в какой-то степени. Напишите, чьи подарки вам понравились больше. И что бы из этого вы хотели получить. Ну и, конечно же, мы бы очень хотели поздравить наших прекрасных подписчиц. Большое спасибо, что вы у нас есть, ведь именно вы помогаете нам развиваться и улучшать наш канал. Вы у нас самые красивые, самые добрые и самые отзывчивые девчонки. Оставайтесь всегда такими же. Мы вас очень любим. Надеюсь, и вы нас тоже. Ну что, не забывайте улыбаться, ведь все хорошее начинается. Именно с улыбки. До новых встреч. Пока. Так, видео закончилось. Остались беспорядки. Ну ничего, сейчас все быстренько уберем. Блин, ну красиво, да? Да, как это так? Я на Алике видео тоже блестящий, по-моему. Что, с Алика заказала? Нет. Она с коровавируса? Так, буду рвать. Хотя жалко. Ты про что? Настя, ну я не могу сохранить бумагу тебе. Да не надо. Блин, аккуратно рви, я тебе потом передарю ее.